В Югре успешно реализуют национальный проект «Культура». Об итогах исполнения программы рассказал директор профильного департамента Артур Латыпов. Так, в 2022 году в Ханты-Мансийске на базе окружного дома народного творчества открылась первая в Югре школа креативных индустрий. Также в рамках проекта отремонтировали Дом культуры в поселке Алябьевский и детскую школу искусств в Кандинском районе. Директор департамента отметил, что все показатели программы реализованы на 100%. Кроме того, он поделился планами на 2023 год. Впервые такое отношение к отрасли культуры, и у нас бюджет впервые за все время перевалил за 4 миллиарда. В этом году мы оснастим музыкальными инструментами оборудование 18 детских школ. У нас появится виртуальный концертный зал в Нягане. У нас отремонтируем детскую школу искусств в Советском районе и так далее.